Друзья, решите открыть наш праздничный концерт. И сейчас будет понемножку ходить музыканты, я, так сказать, создам канву для этих выступлений. Начнем с минимума. Это будет... Моя песня будет как чистый лист. И не будет ничего. Но потом появится гитара... гитара уже появится. Бас и барабан, и губная гармошка. Начнет настоящая музыка. Цветущая всеми цветами музыка. Группы ДОС. Да, река знает. Спасибо. Спасибо. Не смущайте. Красавец! Спасибо, от тебя особо приятно слышать. Ведь ты именинник. Это сейчас получал голос Владимира Кожикина, нашего именинника сегодня. Вот он. Нашего именинника завтра. Концерт начнется около 12. Особенным тем, что мы будем исполнять много композиций из классического репертуара, классического русскоязычного репертуара группы «Станция Мир», бессменным руководителем, который является рок-группой. Да. Thank you.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Хотелось бы начало нашего концерта целиком отдать Жуку, чтобы он вам поиграл немножко блюзов, песен и так далее. Ну, в общем, композиции три еще сыграй, пожалуйста, а дальше начнется дискотека. Нет, день рождения в 12 часов начнется. Это вообще отдельная история. Это Соник. Это наш хороший друг Соник. Соник, да. Сейчас он придет. Thank you.
тональности грудных. Мне кажется, можно чуть-чуть гитару добавить. О, хорошо. Serving me time, breaking rocks out here on the chain gun, cause they done convicted me of crime. Ho! Stay right there while he can,
And I reckon I gonna get a bit working and working, but it still got so terribly far to go. Well, I can hear a crack, Lord, I need it. They caught me robbing the store, holding steady right there while I heated. And the record I called, they gotta be working and working, but I still got so terribly far to go. Well, I heard the judge say 5 years on the chamber, you gotta go. Heard the judge say 5 years hard labor. Heard my mother scream, Lord, you know, oh. And the record I call again, working and working, but it still got so terribly far to go.
погромче сделаем в комбике, а то его здесь нет вообще на сцене. Ладно? Спасибо.
had left the station. There are two lives behind. When the train left the station, there are two lives behind. The blue light was my blues, and the red light, it was my mind, and all my love in vain. All my love in vain. Yeah.
broke me slow. I want no more. Уважаемые дамы и господа, наше первое отделение было на самом деле посвящено презентации вот этой книги. У меня впервые в жизни вышла книга, буквально сегодня, вот сейчас из типографии ее принесли. Она такая милая, повязанная веревочкой. Мне очень нравится, называется «Краткая иллюстрированная история блюза». Вовка Кожекин, Батя Продакшнс. Ну, в общем, это очень-очень красивый такой альбомчик. Вы поняли, что с ней надо сделать? Срочно прочитать, вот. Совершенно замечательная книга. Ну а мы хотим завершить наше первое блюзовое отделение чем-нибудь совершенно страшным и угарным от Ивана Жука. А после этого будем играть русскую программу прямо долго и задиристо. Поэтому будьте готовы. Thank you.
После небольшого перерыва. Дорогие друзья, сейчас будет первый длинный русскоязычный концерт группы «Станция Мир» за очень долгое время. Прозвучат композиции, которые, некоторые из которых не звучали уже очень много лет. Песни будут идти в хронологическом порядке. Начнем мы с самых ранних. Недавно произошел один очень знаковый случай. Мы выступали рядом с Донским монастырем по просьбе монаха Донского монастыря отца Косьмы. Ну и перед тем, как мы там выступали, там еще кроме нас выступали всякие уважаемые люди, там Герберт Моралес и так далее. И позвонил отец Косьма и сказал: ну ты понимаешь, все-таки монастырский рок-фестиваль, праздник, цензура. Пожалуйста, там поменьше мата в песнях. Как бы не надо какие-то там острые темы, не надо. Я говорю: да-да-да, конечно, трехчасовая программа «Госпел», все нормально. Он говорит: да-да-да, но только обязательно спойте песню про Гуппи. Это вот отец Косьма. Ну, мы в результате всю программу какую-то такую сделали там по группе. Пришел самый главный из монастыря, послушал нас и ушел. Как-то расстроился, как бы. Ну, в общем, такая смешная история. Ну что? Это песня про группу. Из нашего раннего. Thank you.
больше, ты их теперь. Камень так подружилась, задуса в ванной. Быстро хочется в тупу. Нет.
Thank you.
мог сразу 8 лет курил маловато. От холода так тело жалось, что душе стало тесновато. Нафига тебе такое счастье? Это озеро до дна не выпить. Забивай ты на все раз, да-да. Отваливай друзьям в Питер. Ведь счастье глушит, ослепляет. Счастье призрачно и опасно. Прошу отдельные аплодисменты, к нам присоединился Соник. Нашими мультфильмов расплескал свое счастье по пискам по кровати, слился, растворился с тобою на Арбате. Я недавно сборник Борхеса читал перед сном, и мне приснились две лисицы и зеленый дракон. И было очень-очень стыдно, что я врал сам себе. Вдруг стало больно и обидно за 5 прожитых лет. Вау, боже, как обидно. Всю жизнь протусовался с персонажами мультфильмов, расплескал свое счастье под писком по кровати, навеки растворился во внутреннем Арбате. Пусть эти серебристые опель и ништяк с головой у бати, офис на Арбате, он вообще седобной. У Тимофея на кармане плохо спрятанный пак, и даже у Нядодохи свой особый отстяг. А у меня раскаты просто офигительные. Здоровая руки в больной голове. И отличная акустика подземных дворцов. Вау, боже, как обидно. Всю жизнь протусовался с персонажами мультфильма. Всю жизнь протусовался с персонажами мультфильма. Всю жизнь.
Спасибо огромное. Очень давно не играли эту песню. Сейчас сыграем песню, которая в инструментальном виде уже стала неким таким фанковым стандартом московским. Называется «Крыша». И стал рассказывать про Питер, город с крышей, но без башни. По кругу раздавалось, так что весь поселок слышал. А когда я была у Вани крыша. Сидит дома и тихо ждет прихода Люси. Чай на кухне остывает, быстро времечко идет. А что же лёд, а так и нам никто никак не подойдет. Мы торчим, на чём упало, но мы летим раньше выше.
что недолго до беды. Сначала красные ворота, потом чистые пруды. Вроде свет в конце тоннеля, вроде цель в конце пути, но неизбежно угадь, уже маячит впереди. А я тащусь по твоим переходам, я торчу на твоих перегонах. Я недавно отчетливо понял, что ты мой единственный друг. Я буду с тобой вечно, меня в тебя похоронят. Твои дни пересекли во все стороны мой заколдованный круг. Сейчас будет вообще очень редкая песня исполняться. Ирландская народная. Будет впервые исполняться вживую. Музыка народная, слова народные. Давай сразу с вот этого военного марша, да? Ой.
погоне забыли тысячи городов. Как всегда слышу меня по дороге, я тут встретил свою любовь. Но глаза горели огнем, а ее волосы пахли травой. Она сказала, меня здесь не прет, забирай-ка меня с собой. А упускать такую возможность я никогда не простил себе. Все, ты будешь играть на флейте, я скрипки на трубе. Мы поедем в дальние страны, везде, где можно пройти, пройдем. Доберемся до теплого моря и в один день растворимся в нем. Но тут дело вмешалась мама, устроив садом и дурдом. Опасно и ненадежно по дороге твоем, мол, попляшешь и даже поплачешь, обломавшись играть тебе эти. Поедем с польским раскладом, очень просто куда-то влететь. Но я сказал, успокойтесь, мамо, вы опять, как всегда, не правы. Ведь в мире нет ничего постояннее, чем случайно наши кайфы. Наше счастье рассыпано рядом вдоль обочин больших дорог. А от всяких гнилых раскладов поможет Господь наш Бог. И пусть извилистая эта дорога, но в конце дороги свет. Я очень четко чувствую правду, и в этом городе ее нет. Так быстрее бежать отсюда за своей золотой мечтой. Все, мой хороший, я забираю тебя с собой. Ах, если б все было так, какой бы мог быть штат, один твой только знак. Я бы бросил все. Из того репертуара одну песню мы играем практически каждый фестиваль. Называется «Дорога в космос». Популярная песня. Среди тех, кто понимает. Сына моего здесь нет. По просьбе коллектива буду петь полную версию. Никому не рассказывайте, это сейчас административное правонарушение. Снимайте на видео. Да. Видео выкладывайте. Сейчас с вашим моментом. Thank you.
маленький друг. А где ж ты был, мне было так хуёво. Я словно завис в тупой и глупой пустоте. Я вдруг ощутил все одиночество, всю безысходность. Мне разом нравилось жить, мне захотелось улететь. Там в этом небе такие звезды. Я предлагаю не ждать утра. Нам ебануты, дорога в космос. Вы оставайтесь, а нам пора. Нормальный полет, и я практически уже не парюсь. Я просто забил переживать и горевать. Что время не ждет, и вечно мало, сколько бы не осталось. Я очень просто живу, мне будет просто улетать. Там в этом небе такие звезды, я предлагаю. Thank you.
Сейчас сыграем наш радиохит. Что будешь? Thank you.
сегодня разнообразие. Сменим вокалиста пока. Да, это буду я. Сегодня разнообразие, спою песню «Робот-гедонист». У тебя немножко громче монитор. Так, заодно. А вот. Спасибо. Сейчас песня про диснеевский мультик про динозавриков. Называется
называется «Карнотавры». Перепутал одну букву. В оригинале «Карнозавры».
сейчас? Вот что сейчас? Thank you.
Есть еще дела, надо лететь. Это тем, кто проснулся с утра с папиросой в зубах, с папиросой всегда. Если ты музыкант, то ты чапаешь куда по своим папиным делам. А что он творит там перед тем, как распустится этот маленький заводик по папиным делам? И у самого легкого есть свои кайфы, свои кайфовые дела. Их не заменят эти грязные торчи часов. По растаману крышку черепа трежут, то мозг превратится в древ по кайфовым делам. А он танцует как ртуть, ртуть на солнце по своим, по кайфовым делам. Он таскается по миру и таскается с собой свои кайфы. Дорога не свяжет, деревья предупредят. Следующая композиция называется «Мыс Мартьян». Thank you.
снимать я домик над крышей флаг. Звучит Black-U-Hoo, смех не входит в ближайший план. Пристально смотрит мне в глаза синий бездонный рай. Не пойманный ангел, мой будущий сладкий. Без права повернуть назад, пытаюсь все срастить, пытаюсь все забыть. Ты не забудешь этот взгляд, бай-бай, потерянный рай. Бай-бай, потерянный рай. Бай-бай, потерянный рай. Что потом кончится наше все, исчезнет надежда, неизбежно умрет любовь. А что кроме веры есть у нас, не открывая глаз, она отвечала: да, действительно ничего. Без права повернуть назад, пытаясь все простить, пытаясь все забыть. Ты не забудешь этот взгляд. Бай-бай, потерянный рай. Бай-бай, потерянный рай. Бай-бай, потерянный рай. Стоит ли того, чтобы
наверняка всем нам жить дальше нам узнать, что лето нам пророчит. Май морочит, понимай, как знаешь и принимай, что хочешь и как хочешь. Ой, май, самый длинный месяц, что мешало вместе, разбежались, разлетелись. Мое солнце, моя радость, твоя гордость, моя слабость, мало веры, много жести. Долго ждать не возьмет нас всех с собой, даже если мы попросим. Май, мы будем вспоминать на развалинах дворца, ждать, когда наступит осень. Май, самый длинный месяц, что мешало вместе, разбежались, разлетелись. Мое солнце, моя радость, твоя гордость, моя слабость, мало веры, много жести. Thank you.
Ну что, все, последнее. Слушай, а мы народ распугали, да? То есть конечно, все ушли практически. Гитара громко невыносима. Гитара громко невыносима. Еле стоит. На улице стоять сложно. Еще. Так можно. Невозможно находиться. Слушайте, отличный преддерождетный концерт. Мне нравится. Просто мои любимые музыканты со мной. Это самое главное. Alright. Ну что, давай ловушку для Машки сыграем, и так чисто. Погоди, а Серега Федоров не ушел еще? Можно просто, чтобы Серега Федоров сыграл. Если совсем. Ты здесь? Да. А, ну ладно. Не, не выходи, не выходи, а то. Не подключена. Почему? Коля, можно гитару подключить акустическую? А? Закопанной речки лезли в голову смешные словечки, типа ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки. Понимай, как хочешь, принимай, что надо. То ли маленькая вера, то ли верная засада. Это ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки. И за что боролись, то ли сердцу мило, то ли прерванная связь, то ли севшая мобила. Это ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки. Сейчас открою очень простой секрет. Будущее прекрасно, прошлого больше нет. А в бесконечном сегодня жить подобает нам. Так, чтоб чуть меньше боли всем живым существам. Если ты не запомнил, я повторю секрет. Прошлое совершенно, а будущего нет. Ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки, ловушка для Машки. Шел как-то берегом закопанной речки, лезли в голову смешные словечки, типа ловушка для Машки, ловушка для Машки. Понимай, как хочешь, принимай, что надо, то ли маленькая вера, то ли верная засада. Ловушка для Машки, ловушка для Машки. За что боролись, то и сердце.
сердцу мило, то ли прерванная связь, то ли севшая мобила. Ловушка для мачки, ловушка для мачки. Спасибо огромное. На этом наш концерт подошел к концу. Сколько сейчас время? 11:23. У меня день рождения через 37 минут. Нет, ну Колю-то надо уже отпускать, мне кажется. Через час электричку у тебя? Alright, хорошо. Как-то перед Серегой Федоровым неудобно. Что? Тебя отпустить? Да. Пусть Серега сыграет. Да? Да. Давай, пусть Серега поиграет. Серег, давай играй. Серег, поиграй, пожалуйста. Извини, что мы тебя так на сцену позвали, потом не позвали. А? Это Сергей Федоров. Мне кажется, тут DI-бокс где-то был. Коль, правда? Надка здесь еще? Надка, иди спой. Это, собственно, автор всего оформления этой книги. Наталья, аплодисменты. Все, мы с ней споем. Days. You've heard it all, yes.
guess we've all heard it all. So tell me, what has changed? We've seen it all, yes, we've all seen it all. So tell me, what has changed? In the palace stays the same. Only the guides ever change. So кончился, ну просто 12 и что. Take your sweet, sweet love.
Say,
not a woman I ever seen. I guess if you said so, and to pack my things and go. Don't you come back no more, no more, no more, no more.
Спасибо.